пока что идет по плану, нас никто не остановил. Это спасатели? Да, да. Что по штрафу? Салют, родные мои, сегодня немножко разнообразим наш контент и попробуем нечто новое, кроме тестов, да, всякого. Ой, блядь. Не, кроме всякого, остальные видосы посмотрите, чтобы понять, о чем я говорю, если вдруг вы зашли первый раз. Сегодня мы попробуем сделать плот из пивных кег и палетов строительных. Вот у нас кеги, сколько мы их взяли? 1, 2, 3, 4, 8, 12 штук кег и 4 палета, то есть примерно 3,5 на 2 метра, ну не знаю, плюс-минус там, сами померяйте или напишу вот так вот раз. Блядь. Короче, тут что? Мы сейчас соберем плот и поплывем на тот берег, на пляж. То есть одна загвоздочка. Загвоздочка, блядь. Мы едем на речку Донец. Этот. Там находится ГИМС. Государственная инспекция маломерных судов. Примерно так. И МЧС, спасатели, короче, тоже там. Я не знаю, блядь, будет там за это что-то. Будет река судоходная. Но с нами поплывет сопроводительная лодка. Как бы оденем жилеты, все дела, как бы как все надо. Но суть в том, что попробуем, что получится. Сейчас будем потихонечку собирать, не знаю. А, маленький лайфхак, короче. Кеги можно взять на любой пивнушке, там, кружечка или так далее. Заходишь, берешь, как сделал я. Я такой, есть кеги, блядь, можно взять. Они такие, да, конечно, вот, держите, берите. Палеты в любом строительном магазине, это которые не ликвид, либо чуть-чуть поломаны, либо которые не формат, то есть не того размера. То есть тоже берите, все загрузили, все привезли, скрепим досками, это на стяжки и на пленку. Ну чё? Переходим к сборке. В общем, технология проста, разложили палеты, как они будут. Сначала скрепляем их вместе, то есть по контуру, закрепим их вот такой вот дощечкой. Короче, просто закрепляем их. Ну что, протянули плот. Выглядеть будет вот так. Сейчас его перевернем. Протянем кеги. И потом пристегнуть вот такой флагшток. И вперед, блядь. На пляж. Блядь, хорошо висит, твою мать, рот. А, протянуть его снизу будем. Вот так вот его. И установим кеги. Сейчас покажу, как будем устанавливать кеги. Не показал, как приделали кеги к плоту, вставлю небольшой фотосет. То есть вся команда в сборе, сопроводительная лодка уже на месте. Остановись! Вы готовы, дети? Да, капитан! Готовимся к отпуску! Короче, вместо весел, детское весло и лопата, блядь. Замутим мангальчик. И держим путь на пляж. Я пальцем, блядь. Сейчас мудим шашлычок. Ну как шашлычок, сосисончики. Сопроводительная лодка берет нас на чалку. Держим путь на тот пляж. А вот здесь вот, где? Давай поехали. Вот здесь вот. Это куда едет? Находится ГИМС МЧС. Обстановка по кайф, мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только. Чилим? Чилите? Чилите? Короче, сопроводительная лодка уходит. Мы остаемся наедине со стихией. Мама, помоги мне. Подплываем к Бакинам уже. Все пока что идет по плану, нас никто не остановил. На камере Бакин дальше, но на самом деле корпусов 10 еще, и мы уже у него. Но мы идем к своей цели. Как Робинзон Крузо. Как Робинзон Крузо и пятница. Аллах Акбар. Заходим на судовой ход. На горизонте все чисто. Бакин проплыли, пляж уже виднеется, мы почти у цели. Чисто идем уже у берега. Слушай, все прошли вообще без происшествий. Там, блядь, и границы не видно.
Нас уже встречают спасатели. Он что-то передает по рации, маякует кому-то. Отдыхающие люди на пляже сейчас придут в небольшой шок, когда увидят данный оплав судна. Один с лопатой, только с веслом. Все, как и должно быть. Вон спасатели нахуярят. Это спасатели? Да. Они к нам, комикс, они к нам. Это что у вас за судно? Как вы до сюда добрались? Сейчас будет разгрузка спасателей. Что-то на крепкий уже сняли. Да я интересовался, тут же коридоры есть, да, для пересечения? Нету здесь, Тебе пизда, я, блядь, 2 метра ростом, 350 килограмм, нахуй, и 100 Исланд, ебать, на левой руке, я тебя убью, нахуй. Чё по штрафу? За что, за гимн ты делаешь? Роднулькин, что скажешь? Никогда ничего не бойтесь, живите здесь и сейчас, кайфуйте. Цель достигнута, мы на пляже. Лайк, подписка, дизлайк.